Макс, с возвращением. Андрюха, сколько лет, сколько зим? Ну, всего один год, но не важно. Ты пока отдохни, отоспись, а завтра мы встретимся и обсудим кое-что. Сразу к делу? Это круто, мне нравится. Тебе еще больше понравится, когда я расскажу тебе. Ну, пошли. Макс, у нас с тобой еще куча дел в городе. Вот тебе билет, и как будешь готов, отправляемся. Я тебя жду здесь. Похуй. Погнали. Приедете. Я пойду поговорю кое с кем, а ты пока погуляй. Но не вляпайся в какую-нибудь хуйню. Подброшу сиди. До центра не подбросишь? За 300. Да я за 300 сам бы галопом скакал. Хуй с ним, сотка. Вот это годно. Здравствуйте. Хотел узнать что-нибудь о своем отце. Плутнев Иван Сергеевич. Подождите 5 минут. Да, его последний адрес недалеко от центра. Мужик, тут живет Иван Блуднев. Сергеич, ты здесь живет? Только давно его не видно. Пропал куда-то. А ты кто ему будешь? Сын. Ты, наверное, Макс. Он рассказывал про тебя, особенно под Граусом. Но его уже с месяц не было видно. Отъебись. Ну что, Макс, батю ищешь? А ты-то кто, ёпта? Это не важно, сынок. У твоего отца есть должок перед нами. Хочешь помочь ему? Займись-ка семейными проблемами. Чё за долг? Сколько? Он помог одному старому другу и украл информацию о нашей организации. Где-то на флешке она. И кому-то передал. И в чем проблема? Что там такого важного? А это уже не твоего ума дело. Главное, выясни, где она. Если желаешь здоровья бате, это предупреждение. Все, мне пора. Алло, Андрюха, короче, ну тут пиздец был, надо срастись. Но давай там. Здорово, Андрюха. Ну, короче, тут пиздец полный. Вот как найти уёбка, которого имя знаешь, например? Ну, хз, погнали ко мне там. В НС зайдёшь, ВКонтакте поищешь. Балдос!
готов? Короче, Андрюха, вот он папку выронил, когда выходил. Ты пока поройся, поищи, а я еще в пару мест заскочу, перепроверю кое-что. Ты балдос! Привет, Бончер, ты вроде как можешь помочь или с вопросами, на которые они не знают ответа? Конечно, друган, вопросы все решаемы. Чтобы связаться с базой данных, мне понадобится 3000 белорусских рублей. Они свяжут меня с моей астральной планетой. Понятно, в евреи заделался. Ладно, хер с тобой, сам найду. Ах ты ж, бля, ребята, извините за недоразумение. Сейчас продолжим. Товарищ, не мешайте сеансу. Здесь что-то было. Здесь что-то было. Интересно. Только по пропуску. Работнички, 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 работнички. Запоминай, балбес, в этом кабинете сидит важный для нас информатор. Никого не впускай. Жди меня. Усёк? Не туда и надо. Не туда и надо. Максимка, это ты? Как ты сюда попал? Я думаю, потом все это обсудим. Сейчас дверь запру, а потом надо думать, как свалить отсюда. Хорошо, что мы на первом этаже. Повезло. Гоним скорее ко мне домой. Там все решим. Так, Андрюха, давай выкладывай все. Что за херня творится? Они здесь уже были, и не раз. В общем, Максим, есть некая организация, возможно, с господдержкой, но это не точно. Меня один старый друг попросил передать информацию другому. Я собирался передать эту, ну как ее, флешку, и тут меня стали одолевать эти гады, выпытывать, где эта флешка. Эх, знал бы я тогда. Тебя ударило, что ли, чем-то? Батя, нах ты с этим связался? Где теперь эта флешка? Да здесь она. Спрятал я ее недалеко. Я попробую ее вообще сдать одному журналисту, и она осветит ситуацию. Шум нам поможет. А ты пока раздобудь оружие. Она сейчас пригодится. Да, сынок. Да, сынок. Mm-hmm.
Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Куда? Эх, старый дурак. Проверим. Привет, я ваш клиент. Помогите, пожалуйста, проверить состояние моего ПМ. Все разрешения есть, ну, так, мало ли. Ну, чтобы вдруг не заклинило в тире. Так, сейчас глянем. Ну, год выпуска старый. Ладно, помоги мне. Отвези это в центр, закинь моим друзьям, а я пока приведу его в должный вид. Все сделал. Спасибо. У меня для тебя тоже все готово. Осечки не даст. Вот тебе флешка с инструкцией по эксплуатации старых ПМ. Там целая презентация. Изучи, прежде чем шмалять.
Наконец-то. Мы тут уже думали, что ты бросил папашу на произвол судьбы. К делу. Флешку принес? Конечно, вот она. Запери и отпусти уже, батю, старый изверг. Молодец. И надо вот было столько времени тянуть. Ладно. Эй, остолоп. Сгоняй на базу, проверь данные на ней. Ну а теперь, Максим, придется нам кое о чем договориться. Молодец, сынок. Я уж думал, хана мне. Не ожидал такого. В любом случае, флешка у меня спрятана. Я тебе расскажу, где. Ствол давай сюда, на себя все возьму. А ты давай беги. Передать флешку надо будет журналистке Анне Алексеевне. Вот оно где. Дуган, а у тебя есть простой инструмент? Ну, типа лопатки. На время мне надо. Конечно, держи. Такого барахла у меня полно. Ужас, это кто? Че за клоун? Вот это искусство. Вот это искусство. Вы кто? Вы кто? Анна Алексеевна? Тут мой отец сказал вам передать эту флешку с важным компроматом. Сказал, вы дадите ход этому делу. А, Иван Сергеевич просил об этом. Я все пытаюсь запустить этот материал в эфир и по сетям, но наш редактор вставляет палки в колеса. Давайте флешку я попробую. Если поможете решить с ним вопрос, то материал весь окажется в эфире уже очень скоро. И на ТВ, и в интернете. Он такой. Курит много и таксует иногда. Белобрысый. Вот он мешает мне. Че за клоун? Вот это искусство. Вот это искусство. Вот это искусство. Ну и срач.
Больница Былыч в убийство Иваном Блудневым главы частной организации Петра Чернова. Расследование начали лучшие следователи, и Ивана доставили в следственный изолятор. Вскрылись подробности нелегальной работы частной конторы, и за них тоже взялись следователи. Также произошла авария на объездной. Наш редактор Валерий попал в аварию со смертельным исходом. А теперь прогноз погоды. Это карма, усатый мудак. Вот это искусство. И балдос! Любимый магазин. Я черная моль! Я черная моль! Че за клоун?